Всем привет, с вами Мила, и мы продолжаем. Типа, самый Final Fantasy. Так, чем мы сегодня займемся? Будем ждать дождя, чтобы доделать квест с лягушкой. Ну а сейчас кошмар рыбака тоже. Ну я так чуть-чуть опять же ловлю между делом рыбку. Так, по чуть-чуть. Вот, так, подожди, давай посмотрим, что у нас за задание есть. Так, сладкие воспоминания, это пока мимо. Проклятая картина, это вообще где-то находится, хрен пойми. Можем вообще туда поехать? Просто давай проверим, можем, нет? Это место задания, где мы еще не были. Задание мы тоже пока делать почему-то. Так. Вообще мы можем поехать, проклятая картина, давай попробуем. Хотя мы там вроде бы ни разу не были. Что за место? Новая локация или какая? Вряд ли это новая. Квеста мы брали на этой локации. Значит, где-то... Просто мы там еще не были. Мне так хочется попробовать, как готовит Ирис. Будем считать, что я ничего не слышал. Да ладно тебе! Когда для тебя готовит девушка, это совсем другое. Так, подожди, а это мы где? Так, подожди, здесь вот два квеста появилось. Вот, наконец-то они появились. Здесь два квеста. Давайте их возьмем. Пока что эту картину оставим, потому что она, походу, где-то очень далеко, где мы еще не были. Где эти квесты? Тут у кота какой-то квест должен быть, и еще какой-то квест. И потом нам откроется, мы здесь сможем, типа... Тут чувак будет, фермер или кто, и сможем купить у него как раз вот эти ягоды для сладкой жизни или что там. Так, вот, квест у этой чувихи. Еще есть квест там дальше. Давай у нее сначала, наверное. Привет. Ее следует заняться Ирис. Заштопать мугла, рассказать, что происходит. Воздух здесь чудный. Совсем не такой, как в городе. Так, заштопать мугла. Вид у твоего мугла не очень. Спасибо. Всегда пожалуйста, я быстро, раз и готова. Это типа, чтобы они у нас восстановились. Если захочешь, чтобы я его заштопала, только скажи привет. Так, ухаживать за садом, давай. Нокт, у нас радость, в огороде уже можно собирать урожай. Ну что, Нокт, попробуешь себя в роли огородника? Давай. И что мне надо делать? Выращивать овощи, конечно. Их можно есть самому или продавать. Ладно, а что мне делать? Все начинается с семян. Вот, возьми эти. В огороде Ирис можете выращивать овощи, точнее редкую каэмскую морковь. Вот, и за эту морковь мы можем как раз взять у того чувака, там, который будет стоять, то, что нам нужно. Поскольку Ноктис ее на дух не переносит, то Игнис не может использовать ее для приготовления блюд. Ага, веселый огородник. Ну давай. Подожди, а что за еще квест у нее? А, ну это вот... Подожди, а что еще за квест? А? Или это не у нее, подожди. Это где-то внутри. А, у пацана. Ну давай все квесты возьмем, какие есть. Хорошо, принц Ноктис. А это что? А, это... Это фигурка кактуара. Я очень люблю кактуаров. О. Они везде продаются. Раскрашены по-разному. Я хочу собрать всю коллекцию, но мне не хватает желтого и синего. Тебе они в магазинах нигде на глаза не попадали случайно? Я не видел таких, прости. Не обращал как-то внимания. А, ну конечно не обращал. Но теперь буду. Если увижу фигурку нужного цвета, куплю тебе. Так, ага. Да будьте статуэтки. Спасибо! Статуэтки кактуаров. Вот у этого чувака... За морковь можно будет взять для сладкой вот этой жизни ингредиенты. Деревянный кактуар. А одна у нас уже есть? Серьезно? А, да? Так, есть новости об империи? Боюсь, нет. Так, хорошо. Пустите меня, пожалуйста. Можно я выйду? Где выход? Здорово, если бы мы нашли для него кактуаров. А увлечение-то вполне взрослое для такого малыша. Так, попробуем поспрашивать в местных магазинах, пока мы еще в Люцисе. Хороший план. Так и сделаем.
Так, ну это опять надо будет, наверное, гуглить, где второй. Один у нас уже откуда-то есть. Так, семена. Это мы их типа садим. Загляните в огород на следующее утро. Ой, ёптеть. Так, ладно, пошли к коту. Здесь еще будет квест с котом. Вот здесь должен кот сидеть. Вот он. О, это же та самая кошка с причала Галдина. Твоим лапкам пришлось проделать долгий путь. Наверное, ты сильно проголодалась. А поблизости даже кафе нет. Интересно, здесь кто-нибудь умеет готовить кошачью еду? Может, спросим Монику? Она как-то говорила, что у нее были кошки. Да, она действительно похожа на кошатницу. Надеюсь, нам не придется ехать в Галдин. Тем более, что кошка сама пришла в Каин. Но зачем она пришла? Скорее уж, за кем? Так, хорошо. А, куда я? Куда я собралась? Так, задание. Значит, картина пока остается. Кошачий пир, да, задание? Ну, как-то аромания это. Да, мы должны сами как-то искать, видать, да? В магазинах шляться, шариться. Говорите с Моникой. Тут что-то валяется. Стеклянный самоцвет. Так, Моника, это ты же? Привет. Инсомния не сразу строилась, Нокт. Пусть растут, не мешаем. А, хорошо. Так, Моника, кто Моника? А, Моника, это вот эта чувиха, да? Чем могу служить, принц Ноктис? Ты можешь приготовить мне немного еды? Конечно, но должна предупредить, что в нашем меню сейчас почти одни овощи. Еда не для меня, это для кошки. А, прошу прощения, я могу приготовить что-нибудь, если будут продукты, но, боюсь, их нет. Если нужна рыба, я могу ее наловить. Я была бы очень признательна. К сожалению... Ловить рыбу я У меня есть учу. Рыба, если что. Зато я в этом профи. Удачно вышло. А если с рыбалкой не сложится, можете заглянуть в магазин. Кажется, там продавался кошачий корм. У меня же есть рыба. Филе сибаса. У меня что, нет филе сибаса? Может, у меня есть филе сибаса? Подожди. Нет филе сибаса. А где мне его искать? Ой, блин, давай без филе сибаса. Как-то. Давайте включим свет. Давай. Давай я просто куплю кошачий корм. Я не хочу сейчас искать этого сибаса. Ловить его. От слова совсем. Давай просто купим корм, да и все. Подожди, а где это? Это где-то рядом. А, это где-то рядом. Не, ну если рядом, в принципе, можно. Заодно и рыбалку прокачаем. Может быть. Может быть, а может быть и нет. Кстати, а у этой торговки случайно нету фигурки кактуара? Вряд ли. А вдруг есть? Давай посмотрим. Ну, либо у нее кошачий корм купить. Так, давай. Как дела? А, что у тебя есть вообще интересного? Филе каранга, форели, барамунди. А что сибаса нету? Что? А, это типа у нее купить. А, подожди, у нее есть эти, смотри. Наживки тоже есть. Спасибо! То есть у любого торговца я теперь могу наживки, что ли, купить? Что-то? Или я просто не обращала внимания? Блин, и что мне по каждому торговцу шляться? Вот, изысканный кошачий корм. 20 тысяч, ни хрена себе. Пойдем я лучше сибаса поймаю. Мне кажется, это будет лучше. 500 метров, блин, что так далеко? Где мой чокобо? Так. А что я... А, блин, чокобо, подожди. Чокобо-то у меня нету сейчас. Я же закончилось время. Время действия. Время Точно. Действия. Ну, пошли так, ладно. Что ж теперь? Ой, давай вот без битвы только, пожалуйста. Я пошла. Охота начинается. Не-не-не, охота заканчивается, я не хочу. Да ну еще скажи, я здесь не пройду, да?
Ёптить, прикалываешься сейчас. Не-не-не-не, какой щиторез, да отвалите вы. Не хочу я сейчас с ними драться, зачем мне это надо? Время на них тратить. Абсолютно мне это сейчас не нужно. Блин, как же плохо, что у меня... Что у меня... На машине можно, в принципе, проехать. Вот это где-то прям... Кажется, недалеко, а оказывается далеко. Я думала, я по берегу смогу пробежать. Почему я не смогу, да? Короче, через тоннель надо бежать. Здесь очень мило. Ага. Надо было на машине ехать. Так. Может, что, здесь я не смогу? Блин, серьезно? Что, мне через туннель надо идти? Не очень. Как-то это не ахти. Блин, а потом обратно так же бежать, да? Плохо, когда чокоба нету. Ну, мне не попалось на глаза, где можно его продлить, поэтому... А что такое длинный, длинный туннель? Ой, нет, давай вот без этого. Ну да, ночь же. Ночь, поэтому. Блин, а что такой туннель-то длинный? Может быть, я вообще зря бегу? Окажется, что я не туда бегу. Вот это будет прикольно. Блин, не могли рыбалку где-то рядом там сделать, а? Обязательно надо куда-то бежать. Ё-моё, что такое туннель-то бесконечный? И он конечный. Что-то конца и края ему не видать. Ой, идите нафиг. Начинай молиться. Начинай, да. Так, нам сюда куда-то. Я пошла. Пора! Тебе! Не-не-не-не. Драться с каждым мобом здесь это глупая идея. И глупая затея не нужна абсолютно. У, и здесь что ли народ? Идите нафиг. Дайте мне пора... Где тут рыбу половить? Дайте мне рыбу половить. У, и мне вообще не сюда что ли? Издеваетесь? У, походу мне вообще не сюда. Это обидно. Или сюда, или... Ах ты, я моя. Хотя вроде бы сюда. А здесь какая-то трава растет. Мы соберем. Вдруг пригодится. Клейнский моллюск. Может пригодится. А, нет, правильно, сюда нам. Сибас, да, это типа морская рыба, что ли? Получается. Получается, что да. Кстати, и лагерь рядышком. Добрались. Сейчас рыбу половим и, если что, тут передохнем красным драконом. Можно я вон ту наживку, которая... Которая... Так, давай смотреть. Поменяй леску. Да, леску я поменяю. И тут я с тобой, чувак, согласна. Давай вот эту. Так, для Сибаса есть что-нибудь, типа, для прям, прям для, конкретно? Для щуки. Шмарамунди. Шмарамунди. Батки. Вообще нету такого. А вот Сибас. Может быть пойдет. Так. Вас Сибас. А вот он как раз тут есть. Чтобы он еще поймался. Было бы вообще шикарно. Да ну я же... Да блин, куда я нажимаю? Ёптить медь. Зараза. Представление начинается. Так, представление, давай. Ловись, рыбка. Какого хрена я ж кидаю прям туда, где она? Чего она не это? Не реагирует-то. Че никакая причем. Может, наживка не та? Я ж прям туда вот кидаю же. Что за...
за фигня? Да ты издеваешься, блин. Вот же кидаю. Походу, наживка не та. Вот алисторский сибас же. Или это не тот? Или это не тот сибас, блин? Сибас Феникс. Какая разница? Сибас Феникс. Вообще никакая рыба тут не реагирует почему-то. Почему, не знаю. Странная. Вон она стоит, но ей вообще насрать. Реально не та наживка, что ли? Неприкольно, скажу. А какая тогда тебе нужна-то? Вообще весело. Типа с Феникс. Лючинийский, может быть, такой. Какой Сибас? Там тут их куча. О, походу тот. Походу тот, который нужен. Давай, клюй. Клюет! Это что было? Это рыба жесткая, походу, дела. Рыба, походу, жесткая. Это типа щуки будет. Долго ее ловить придется. Тяжелая. И все ради кота, ёпта. Мне все равно нужно прокачивать рыбалку, поэтому я и решила все-таки поймать, чем покупать корм. Купить корм — это проще всего. Поверни удочку к рыбе. А я что делаю? Я поворачиваю. Заодно сейчас тут лагерь поверь рядом. Отдохнем и посмотрим, сколько мы прокачали рыбалку. Какой рыбой все же качаться? Без разницы? Или нужно все-таки какой-то вот такой более крутой рыбой? Быстрее, типа, прокачаешься. Ну что, готовься тащить. Ой, блин, сейчас всю леску порву. Да нет! Ну ёпта! Ну почему она срывается? Куда нажала? О! Обидно. Обидно. Досадно. Ну ладно. Сейчас буду аккуратнее. Ошибаться вообще нельзя, да? Но это, походу, не та рыба, что мне нужна. Это какая-то другая попалась. А может, это? Мне пофиг, пусть мелкая, только главное, чтобы та, которая мне нужна. Но что-то у меня есть подозрение, что это другая рыба. Есть, да, это какая-то вообще пятнистая, не та. Обидка. И не такая сильная, судя по всему. О, моя. Она просто рядом была, походу, поэтому клюнула. А может, она, не знаю. Сейчас посмотрим. Выловим, будет ясно. Блин, опять чуть не на ту кнопку не нажала. Кошки должно понравиться. А, не, нормально, та. Отнесем ее Монике. Это в прошлый раз, походу, вообще не та была рыба. Смотри,
Хрена какая она мощная. 7 кило. Так, хорошо. Ну, я думаю, Молодец, чувак! Пока что прекратим и вот здесь передохнем. У нас здесь как раз хорошо, тут лагерь рядом. Это прям удобно. Добрались. Так, давай. Я уже отрубаюсь. Очка. За отдых лагеря тоже дают очко. Очки. Так, что-то готовить? Ну давай что-нибудь приготовим. Что приготовим? Чуть попроще. Так, хорошо. О, рыбалка 7, отлично. Навык улучшен, более прочная леска. Более прочная леска теперь у нас, смотри. Ну смотри, в принципе, то есть сколько я рыбок поймала. Нормально прокачалась, получается. По идее, я уже могу то задание делать, но посмотрим. Поймал момент. Ну так. Получится, конечно. Так, что-то какие-то скриншоты не очень. Это прикольно, но у меня таких подобных уже много. Чё, разговор какой-то сейчас будет? Слушай, дружище, у меня есть идея. Но надо рано встать. Нокт, пожалуйста, я так на тебя рассчитываю. Ну, давай. Ладно, можешь не умолять. Здоровско! Спасибо тебе! До завтра! Чё там у него за идея возникла? Нам сейчас надо это кошки мясо. Друг позвал вас на вылазку, встаньте завтра на свете, составьте ему компанию. Только не уходите далеко от пункта назначения. Чё? Так что это за потрясающая идея? Я решил стать профессиональным фотографом. И начну с того, что сделаю пару крутых снимков лучшего друга. Особенно, когда этот друг такая знаменитость. Ну давай, позируй. Давай позируй, найди идеальное место для фотоснимка. Пошли. Ну вот, например. Я так полагаю, да? Так, освещение хорошее, фон красивый. Да, отличное место. Позируй. Вырази эмоции всем телом. Всем телом? Это как? Не знаю. Без понятия. Так, вовремя нажимай кнопку, позируй по просьбе промпта. Крутая поза, space. Изящная поза, 1. Романтичная и дерзкая, 2. Ой, птица. 1, 2, space. И левая кнопка, да? И мы готовы. А, он будет... Раз, два, три! Ах, камера тебя обожает. Еще раз, а теперь улыбочку! И еще разок, прими незабываемую позу! Ух ты, вот это хорошее, вот это я себе сохраню. Раз. Так. Вот это тоже неплохая. И вот это. Тоже себе сохраню. Это как раз мне для скриншотов. Нормально. Так, хорошо. И все, что ли? Окей. Хорошо! Последний кадр получился идеально. И что ты будешь делать с этими фотографиями? С этими? Ну, я... Это... На самом деле, я хотел отдать их леди Лунафрей, когда приплывем в Альтисию. О! Ну, раз ты так решил. Думаю, она будет в восторге. Спасибо, дружище. Может быть, потом я сфоткаю твою прекрасную даму сердца? Ну уж нет. Есть! Ага, однако. Задание выполнено! И кто молодец? Нокт, наш герой! Не, ну это было несложно. Получено 20 ОС, кстати. 20 ОС. Не тормози. Так, задание, снаряжение, приемы.
Так, давай смотри, что у нас есть. Это у нас что? Бой, злые способности, усиливающие приемы Ноксиса. Так, ну давай смотри, что у нас тут вообще есть. Что мы можем активировать? У нас 357 ОС, нифига себе. Заряд выполняет маневр уклонения в воздухе с помощью. Это такое, увеличивает запас маны Ноксиса на количество полученных ему уровней. Вот это интересно, мана. Мана нам нужна? Хрен знает. Что сильнее мешает затраты маны при уклонении. Ох, нифига дорого стоит. Подожди, в смысле. А, ОС 32. 32-то можно. После телепортации остается грамма, отвлекающая внимание врагов. Вот это неплохо, давай. Отвлекать внимание врагов — это полезно. Намного увеличивает урон при вхождении в стазис. А, тоже неплохо. Восстанавливает немного маны, если атака заблокирована на последнюю секунду. Так, находясь вдалеке, нажмите в воздухе левую кнопку, чтобы телепортироваться к врагу и нанести ему удар сверху мяч. Да давай все будем прокачивать, чё я? Я думаю, все пригодится. Восстановление моим воздушной атакой. Восстанавливать ману при атаке в воздухе. Что такое? Так, а здесь дальше что? Это все с воздушной атакой связано. Не особо это хочу. Ну давай вот это вот прокачаем. Так. Дальше смотрим. Это что у нас? Командные действия. Всегда наносит критический урон при цепном ударе. Это неплохо, давай. А, недостаточно ОС. Нифига тут ОС нужно, охренеть. Ну так, сокрушительный бессиленному. При блокировании атаки парализующий удар ногой заставляет врага отшатнуться. Синокс проводит цепную атаку с помощью кинжалов. Так, это... сварим воздушно. Так, это все тоже как-то не очень мне нравится. Так, узлы способности, повышающие базовые характеристики. Ой, 333 у меня столько нету. Ищут живущую часть каждого участника отряда на количество набранных. Вот, это надо. Это мы возьмем. Это полезно. Так, сила духа каждого участника на количество избранных уровней. Эффект от схожих способностей не суммирует. Так, ОС недостаточно. У меня сколько? А, 51 осталось. Здесь уже много надо, да? Так, ладно, что еще мы можем? Это что, путешествие? Так, ну здесь прям уже много всего нужно. Позволяет делать фотографии битвы. Но это прокачано. 99. Так, здесь уже везде много надо. Это что такое? За победы в гонках Чуко выдается ОС. Ну, блин, этим я не занимаюсь. За долгие поездки так, опыт на Чуко. Что еще можно прокачать? Мне уже не хватает. Тут 50 у меня. Увеличивает урон стихии, который уязвим просканированный враг. Суперсканер. При сканировании удерживаете shift, чтобы найти уязвимости врага. Да. А я что-то вообще это не делаю. А, у меня нету этого. Давай это прокачать. Удерживать shift, чтобы найти уязвимости врага. И потом... Увеличивает урон стихии, который уязвим просканированный враг. Но я стихиями не особо пользуюсь. Победа над противником восстанавливает таймер ожидания. Не знаю, что это такое. Не знаю, что это. Так, тут что? Способен развивающий оруженосца. Получаете ОС за призыв оруженосца. Кстати, а что я оруженосца не вызываю? Как его призывать? Я не помню. Призывает королевское оружие для временного увеличения силы. А как его делать, я уже, честно говоря, не помню. Увеличивает урон. Ну давай это все, короче, тоже прокачаем. Сколько у меня осталось? 15. Уже не хватает. Ладно. Использовали все наши очки навыков. Так, а можно мне, типа, вернуться к машине, да? Хорошо, что есть такой вариант вернуться к машине. А иначе было бы печально. Так. Все, пошли, короче, кошку эту накормим. Отдать рыбу Монике. А, она приготовит, получается. Мы потом отдадим кошке. Кормим ее. А, ну, кстати, уже утро же наступило, да, получается? Нам надо на огород сходить. Там морковка должна была вырасти. И за морковку мы у этого чувачка потом можем что-то взять. Но не сейчас, наверное, когда вот это задание сделаем. Так, где тут у нас был огород. Так, нет, давай сначала рыбу отдадим все же. Чего? Давай сфоткаемся на фоне моего. О, нет. Ветер в глазах. Он теперь постоянно, да, в этом будет просить? Ну давай.
Ладно, пусть будут супермодели. Круто! Супермодели на пляже. Фотосессия маяк. А может, мы сначала рыбу отдадим? Ладно, давай сначала сфотаемся. Ведь не отстанет. Снимай отсюда. Так, снимаю. Давай я это сниму. О, неплохо. Вот это тоже можно сохранить. Тоже прикольное. Так. Вся команда в сборе. Все мы. Ага. Так, где тут был огород? Нет, давай рыбу. Рыбу сначала отдадим. Вот у этого чувака я потом вроде как могу. Чего? В смысле нету наличия? Я ж Сибаса поймала, алё. В смысле у меня нет наличия? Алё, гараж, ты чё нахрен? Отдайте рыбу Монике. А куда она делась? У меня уже руки отваливают. В смысле, блин, ты чё, издеваешься надо мной, что ли? Так, стопы. Предметы. В смысле у меня ее нету? Я же ее поймала и... А почему... А ты что, издеваешься, что ли? У меня же вылезло типа это. Тем более, раз у меня висит задание, что... Что, прикалываетесь сейчас? Филе щуки вот есть, филезу. А куда он делся-то? Я же сделала задание, алё, гараж. В смысле, да, у меня его нет? Как нет. бы сказать, я, типа, мышцы качаю. По-моему, нам и одного качка хватит. Это да прикол такой, чуть-чуть. Что ли? Ну идите нафиг, я пойду тогда корм нравится. Лучше куплю. В смысле, у меня его нету, блин? Всем обалдели, что ли? Я что, зря эту рыбу ловила? Нормально, блин. Вот это прикол. Отдайте рыбу. А как я ее отдам, если у меня типа ее нет наличия? А куда она делась? Того морковка выросла. Ну блин, не зависай. Так, три штуки. Вот теперь может быть... Теперь может быть я смогу. А может быть и нет. Это вы тут выращиваете овощи? Да, а вы кто? Прошу прощения. Меня зовут Тони. У меня ресторан неподалеку, и мне нужны продукты самого высокого качества. У вас отличный участок. Здесь все, что угодно, будет хорошо расти. Может, вы готовы расстаться с частью урожая? Деньгами не обижу. У него владелец местного ресторана любит каймскую морковь. Он обменяет ваш урожай на различные предметы. Во! Вот, ульватские ягоды мне нужны. Детали автомобиля. Да-да-да-да-да-да. У вас замечательные овощи. Мои повара и клиенты будут в восторге. Это оно? Вот это просила как-то. Думаю, да. Возвращайся. Сладкие воспоминания. Хорошо, можно еще посеять, да? Пусть растет. То есть мы у него еще можем... Может быть, как раз для автомобиля что-то у него возьмем. Ага. О ваших овощах весь город говорит. Можно я возьму у вас чуть больше? Так, у меня одна в наличии. Детали автомобиля, три морковки. Пока если подожди. Если у вас останется часть урожая, я непременно куплю. Да, конечно, обязательно. Так, пойдем тогда корм купим. А потом, когда здесь разберемся, пойдем отдадим этой чувихе ягоды или что она там должна. Какого фига у меня рыбы не оказалось, если я ее поймала? Что за фигня? Что-то непонятно. Что, она протухла, что ли? Или куда она делась? Или я из нее, может, что-то приготовила случайно как раз? А, возможно, кстати. Такое не исключено. Давай я просто корм куплю, да и не буду париться, серьезно. Я, наверное, из нее что-то приготовила, вот как раз. Как дела? Как раз в лагере, скорее всего, я что-то приготовила. Так, изыскан, давай купим. Мне что, 20 тысяч жалко? Спасибо! Мне 20 тысяч не жалко, пойдем. Так, и что, просто отдать? Как дела? Блин, а подожди. Увидимся! Ёптить медь. Дорогое удовольствие. Придется питаться консервами.
Ой, 20 тысяч это фигня, у нас 300 в наличии. Так, подожди, а как мне теперь быть с Моникой? Может, просто сразу к кошке идти? Ну, типа, с рыбой не получилось, кошак, извиняй. Ну, не буду же я бежать опять ловить этого Себаса, блин. У меня нет такого вообще желания абсолютно. У меня нету Чукоба, или это тогда на машине ехать. Уже не особо хочется, на самом деле. Вот пойдем, может, прям сразу кошке отдадим. Может быть, сработает, не знаю. Ветер усилился. Испортит мне всю прическу. Не знаю, то ли это грозовой фронт, то ли местность такая. Ты лучше думай, как бы твое добро не сдуло. Так, где кошак? Ты уж съешь все до последней крошки. Этот корм обошелся нам чертовски дорого. Ха-ха, Нок, ты любишь животных, да? С ними он добрее. Мог бы и с нами быть добрее. Мог бы, но не буду. Все? Все. Все, с кошкой все. Отлично. Так, теперь поехали вот это вот задание с сладкие воспоминания, да? Отдайте ульвацкие ягоды коктуре. Коктуре. То есть теперь выращиваете, короче, ягоды. Надо запомнить, кстати, где это вообще. А, ну это вот здесь. Ой, ягоды, говорю. Морковку мы можем там обменивать. Там вот деталь автомобиля, может, это как раз деталь, которая нам нужна, чтобы потом улучшить этот наш автомобиль. Возможно. А что, я здесь не могу использовать эту свою магию, да? Жалко, ладно. Пойдем отдадим тогда ягоды. Ягоды. Ой, я здесь могла Чукоба продлить, серьезно. Как я не заметила? Я лошара. И бежала на эту рыбалку, как не знаю кто. Ну ладно, бывает. Не заметила. Так, место задания, сладкие воспоминания. О, хорошо, можно просто переместиться. Так, сейчас мы, значит, ей это отдаем. Она, наверное, нам скажет, еще что-то нужно найти, скорее всего. Потому что я тогда, когда смотрела это задание, там... Нам надо, типа, торт приготовить. Нужно ей еще какие-то там ингредиенты, вроде как. Сейчас узнаем. Так, а что по времени, кстати? Как же тут красиво по ночам. И все же с Альтисией этот городок не идет ни в какое сравнение. Ну и можно попробовать. Серьезно? Половить эту рыбу под конец серии. Я думаю, как раз. Не получится, если будет слишком сильна для нас. А, подожди, мы не сможем ее половить. У нас же нет этой наживки. А где мне ее брать? Подожди, торговец. А может, теперь у многих торговцев что-то появилось? Может быть, у того РПК тоже что-то появилось? Чем могу помочь? Какие-нибудь новые эти? Новые. Так, это для машины. Приходите снова. У него ничего нету. Надо будет, короче, у того торговца рыбака глянуть. Может, новые наживки появились? Раз я прокачала рыбалку. Только не говорите, что мне до 10 уровня рыбалку качать. Это так муторно, на самом деле. Хочу этим заниматься. Но если понадобится для задания, то придется, что ж поделать. Буду потихоньку между сериями как-то там рыбок по 5. По 5-10 рыбок ловить. Добро пожаловать. Потихоньку. Потихоньку прокачаемся. А выглядит очень аппетитно. Я так объелась. Так. Отдать, да. Сп-
Спасибо. Теперь я наконец-то смогу сделать десерт. А попробовать когда? Сейчас. Все почти готово. А, да. Осталось только ягоды выложить. Ну, отлично. Оцените этот чудный аромат. До сих пор помню, как впервые его ощутила. Скажите, как захотите есть. А еще вот. Вам за хорошую работу. О, спасибки. Да, теперь я вспомнил. Запах был и впрямь необычный. И знакомый. Откуда-то я его помню. Может, это был десерт от леди Лунафреи? Да. Приветствую. Так, что-нибудь у тебя какие-то задания? У нас только самая свежая рыба. Так, а вот у нее теперь это намного увеличит магию, но уменьшает атаку до нуля. Не-не-не, спасибо. Вы не забыли, что это ресторан? Нет, мы не забыли. Так, ладно. Можно я выйду? Спасибо. Спасибо, что заглянули. Так, а задание у тебя... Подожди. Приветствую. У нее тоже есть... Что бы вы хотели заказать? А, у нее мы все выполнили. Все отлично. У нее мы все выполнили. Хорошо. Все, тогда пошли попробуем эту рыбку половить. Получится, нет? Посмотрим. Что может быть лучше свежей морской рыбы? Да, свежая морская рыба, это, конечно. Хорошо. Но у нас это, к сожалению, редкость. Какая редкость? Это вообще... Этого, в принципе, у нас не купить. Свежую именно. Мега-перемороженную еще может быть. Но не более того. Так, сейчас мы еще к тому торговцу-рыбаку сходим. Что, уже вечер? Когда весело, а время не забываешь. Так, здесь торговец, который этим торгует. Вот у того, может быть, новые наживки появились как раз для той рыбы. Потому что, наверное, без наживки мы ее поймать не сможем. Я не знаю. Нужна именно наживка для этой рыбы. Сейчас посмотрим. Да. Что так, вас интересует? Вот, у тебя что-нибудь новое появилось? Или ни хрена? Я думала, после прокачки у тебя что-то новое появится. Балинский, блин. Удачи. Ну, у нас есть еще один рыбак, как бы, который находится вот там далеко. Я примерно помню, где он находится. Но... Так, и чё? А чё-то нифига не появилось, да? Подожди-ка. Ну, походу, наживка нужна правильная. Судя по всему. Потому что это... Ну, либо надо прокачивать рыбалку, чтобы... Как у тебя со снастями? Будет обидно потерять крупную добычу из-за... Да с снастями все нормально. Только ты и твоя удочка против этой зверюги. Понятно. Эта рыбина редко выходит на свет. Можешь день прождать и даже краем глаза ее не увидеть. Только ты и твоя удочка против этой зверюги. В общем, нам нужна наживка, которая... Которая. Здесь у чувака ничего нового не появилось. Так, где там бы мы это? Вот здесь был, да, торговец? Можно приблизить? Вот здесь торговец, который торгует тоже эти. Так, а можно как-то я бы выделить вот так? Значок. Значение. А можно? А, это надо в машине делать, насколько я помню. Это нужно делать в машине. Ну, съездить к нему, проверить. Если у него нет нужной нам наживки, тогда я это не знаю. Тогда, наверное, нужно прокачать рыбалку прям до 10. Где вот эту наживку-то взять? Без понятия. Так, автоматически. Метки на карте. Подожди. Метки на карте. Так, да. Сейчас мы вот так вот выделим. Приблизим. Так. Да. Ой, ты что, будешь ехать все это время? Серьезно? Стопэ. Стопэшечки, стопэшечки. Это что значит иногда? Так, а чё нету там этого какого? Это прям очень далеко.
парковки, может быть... А чё парковки там не появились в этом Восперпуле, кстати? Даска, даска. Клейн. Почему это везде есть? А вот Весперпул. Вот, отлично. Весперпул. А, проверить уже, убедиться. Да, да, нет, нет. Тогда либо искать в Гугле информацию, где мы не эту наживку-то взять. Ну, либо ее не так просто поймать. Не знаю. Буду гуглить. Хочется уже с этой рыбалкой тоже закончить и не возвращаться бы к ней, но... Но она пока не отпускает. А еще мне нужен день с дождем. Ну, пока такого счастья нет. Так. Хорошо. В принципе, это недалеко. Это куда-то вот сюда надо бежать. Я понимаю. Сейчас опять крокодилы задолбают. Прошлый раз. Ой, началось. Так, может, у тебя что-нибудь что появилось, а? Блин, нифига у него не появилось, смотри. Хреново. А где же мне взять-то эту наживку тогда? Вопрос на миллион. Вопрос просто на миллион. Интересно. Интересный вопрос. Ладно, давайте на этом я серию буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока-пока.